Оборона практически без слабых мест. Классное катание, отлично владеет коньками, клюшкой, шикарно видит площадку. Здорово стоит на коньках и благодаря этому большую часть борьбы выиграет. Кронов что-то невероятное вытворил и завершает этапу! Защитник Магнитки! И вот уже счет 2-1. Кронов не радуется, потому что... Рано радоваться. Это всего лишь одна шайба. Нужно забивать еще. Да, хвалили мы Лехтенина. Но вот свой Лехтенин есть в составе Магнитки. Дронов уже не в первый раз в этом сезоне берет.